Всем привет, друзья! С вами Хантас. Помните, разработчики нам в одном из обновлений говорили, что будут делать для новичков скидки. Это есть только на аккаунтах, у которых нет еще 200 часов. То есть я проверял на других разных аккаунтах, то есть появляется вот этот раздел. И здесь мы можем, соответственно, купить что-то с огромной скидкой. То есть вот, к примеру, набор. У нас динамик, это чтобы разговаривать в общий чат, соответственно, стоит 10 купонов. Здесь, соответственно, может целый пак из 5 выпасть. Вот такой вот, соответственно. Хотя вот здесь подписано вечное, по факту это всякие 7-дневные скины. Здесь есть то, что на постоянку может выпасть. Это скины. Соответственно, таланты, то есть можно прокачать, хотя здесь вот один можно набор купить, 92% скидка, друзья. Но это, еще раз повторюсь, только для новичков. Так, наверх, давайте потихоньку движемся к самому главному. Так, здесь скины нихера себе можно купить, ну это 50%, да, скидка. Спальники всякие разные, рюкзак 67% скидка. И, друзья, самое главное, набор стоит 19 тикетов, посмотрите, случайно дает очки талантов x2, купон скина x20 и розовая вечеринка планер. 19 купонов, причем нет приписки, что это на какое-то время. Но у нас нет еще такого, что планер давался на время. Серьезно, можно приобрести планер за 19 тикетов? Так, давайте проверим это. Я не люблю донатить, это вообще даже не мой аккаунт. Но, блин, и здесь для новичков, блин, такой байт жесткий просто. Здесь для новичков как раз идет скидка, то есть получается, сколько вот этот набор сейчас будет стоить? 85 рублей. Ну, давайте один куплю. Так. Еще всякого говна надавали. Ну что, будем пробовать? 130 тикетов есть. Причем показывает, как будто дельтаплан какой-то. Дельтаплан новичка. Очки талантов. И что сейчас, сколько с меня так забайтят? Охереть. Просто жесть дикая. Серьезно? Да? Просто, друзья, пакет для новичков за 19. Но я, правда, еще раз задонатил на набор. То есть мне прям дико-дико стало интересно. Серьезно, разработчики просто с ума сошли. То есть получается один такой набор, это 130 тикетов. И второй набор, это получается 640 тикетов. То есть есть и x2. Получается, я потратил 540 тикетов, чтобы получить. Но я там еще кучу всяких плюшек получил. Так, помимо этого, я получил еще мопед.
Получается, я даже не за первый донат за бакс получил, а когда второй раз задонатил. И вот кучу всяких вот таких приколюх. На один день скинчик. Просто разработчики сошли с ума. Давайте проверим, друзья. Большинство об этом просто, друзья, не знают. То есть наиграли больше 200 часов и все, соответственно. А новички, они просто раздел магазина, мне кажется, и ни хрена не смотрят. И про это знают единицы. Да. То есть мопед. И планер. Изи планер, друзья. Охренеть. Блин, на аккаунте сколько там? Часов 50, наверное. Может быть, 8-10 наиграно. Это жесть. Вы представляете, сейчас на глобале будут с планером играть? Просто дичь. Охренеть. Что будет дальше, я не знаю. Просто планер за 19 тикетов. Если кому-то повезет, вообще за 19 тикетов с первого ящика выбить. Друзья, не призываю никого там создавать новые аккаунты, пробовать выбить, чтобы потом в мою сторону не было. А мне не выпало, я там потратил кучу донатов. Нет, друзья, я просто делаю такое небольшое информирование, что оно вот есть. Вот такой вот шажочек опять разработчики сделали. Фух. Но это бред, конечно. Обязательно делитесь своим мнением в комментариях, друзья. И чтобы не пропускать, соответственно, следующие видосы, обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Хантас. Всем добра. Пока-пока.